Здравствуйте, меня зовут Самойленко Наталья. Весна уже в самом разгаре. И сегодня мы с вами побываем в хорошо уже известном вам саду. Саду Ирины Семеновны Пыжиковой. Мы видели его летом, видели его зимой. Пришло время посмотреть на него весной. Я знаю, что вы снова будете ворчать на то, что мы не подписываем, не рассказываем про все растения, но мы договорились с хозяйкой этого сада, что она выделит отдельный день для нас, и мы сможем прогуляться по этому саду и посмотреть на него уже ее глазами и выслушать ее какие-то комментарии и рассказы. А пока сад Ирины Семеновны весной.